Комиссия провела определенную работу и принимали работы. В 2021 году у нас выполнялось благоустройство двух территорий общественных пространств на общую сумму 32 миллиона 430 тысяч. Это у нас территория 6-го микрорайона, участок вдоль жилых домов 4-7 по улице Зверева. Задействованы были два подрядчика. Благоустройством занимался ООО «Стройкомплекс», МАФами занимался Сусакин Михаил Юрьевич. И территория общественных пространств «Дружба народов» в Приозгальном районе. Также занимались у нас две фирмы. Это благоустройство «Сибдурстрой» и ООО «Альянс». По скверу у нас 6-го микрорайона у нас были замечания, не устранены, работы приняты своевременно. Были вопросы по МАФам, значит, подрядчику Сусакину начислялась меня. По «Дружбе народов» проведена приемка работы на 29 числа по приглашению подрядчика. Работы были приняты только, высказан ряд замечаний, замечания были устранены, работы были приняты. По «Дружбе народов» по МАФам на сегодняшний день ведется лицензионная работа. Окончание работы они предполагают на 18-10. МАФы у них все получены, только 3 МАФа у них они должны поставить. Сейчас они МАФы монтируют на базе и 15 числа должны приступить. До 3 дня, до 18 они должны их смонтировать. И нас пригласят. Но за просроченную работу на сегодняшний день им начисляется пеня. То есть штрафные санкции выставляются. Да, да. Площадка «Дружбы народов» полностью принята, кроме отсутствия малых архитектурных форм, которые обязаны поставить до 18 октября. 33 МАФа установлены у них, а остальные МАФы они собирают у нас на базе.